Всем привет, ребята, с вами Дина, и это обустройство дома для семьи Браун. Я в начале сериала не обустраивала дом, так как они жили в другом доме, маленьком, но теперь они переехали. Если вы смотрели, то знаете, они переехали в новый дом, и подруга Синтии должна была приехать и помочь. Но я этого не буду снимать, я буду снимать другое, спойлерить не буду. А сейчас я буду обустраивать, и на фоне этого обустройства буду с вами поговорю с вами на очень для меня важную тему. А что если открыть школу токотуберов? Да, для меня мне эта идея пришла очень давно, но я не решалась об этом с вами поделиться. То есть это не будет школа токотуберов, как в Инстаграме. Да, такое было, но там было только по артам и рисованиям. Но, а я хочу открыть школу, в которой я буду помочь новеньким токотуберам освоиться, то есть как название канала, оформление, тематики, идеи для видео. Такую школу хочу создать. Как вы считаете, просто напишите в комментариях. И да, если я все-таки решусь открыть школу, оно будет в Телеграме, так как это для меня самый удобный мессенджер, и в нем и качество в нем очень хорошее, а в Инстаграме мне он не очень нравится, так как мы все знаем, что качество фотографий в Инстаграме просто ужасное. Так что если вы будете, если вы согласны, то скачайте Телеграмчик, так как это очень интересно. Просто напишите, хотите ли вы школу. Да. И на этом я с вами прощаюсь. А вы не забудьте написать, хотите ли вы все-таки школу токотуберов. Для меня это очень важно. Всем пока-пока. Люблю всех. I can't apologize.